Доброе утро, с вами юрист Николай Попов. Помните, что ваши права можно защитить. Я шла по тротуару, на улице был гололед. Очевидно, что никто даже не предпринимал попыток его почистить. Будучи уже не молодой, я не удержала равновесие и упала. В результате сильно вывихнула голеностоп. На кого мне подавать в суд за мои страдания? Ответственность за состояние тротуара несет собственник территории, где вы проходили, или коммунальная организация, обслуживающая этот участок. Конечно, в такой ситуации желательно сформировать доказательства по горячим следам. То есть, как только произошло событие, необходимо фотографировать территорию и спросить телефон у прохожих, чтобы они были свидетелями по делу. Понятно, что при получении травмы сделать это затруднительно, но нужно постараться добыть доказательства, чтобы гарантированно наказать виновных. Могут также возникнуть проблемы с выяснением, кто является ответственным лицом. В этом случае обращайтесь в отношении администрации города. Обращаться нужно в суд с требованием о компенсации вреда, причиненного здоровью и морального вреда. Если у вас возникли вопросы, звоните по телефону, который вы видите на экране, и хорошего вам дня!